Салам, азиз достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Hello, dear friends. Приглашаю вас на свой скромный обед. Опять у нас декор предпраздничный, скоро Старый Новый год. Сегодня у нас 11 число. Так что до Старого Нового года осталось совсем немножко. Поэтому немножко вот так разукрасили. Что сегодня кушаем? Студенческая, можно так сказать, еда. Еда моих студенческих лет. Это вермишель в перемешку с макарошками, с котлетами. Котлеты куриные, друзья. Как я обещал, будем пить айран, азербайджанский айран. Холодный, освежающий. Ну, домашняя квашеная капуста. На сладости у нас, на десерт, прекрасные шоколадки и мумпасе, друзья. Помните эти советские мумпасе? Вот что-то наподобие. Конечно, вкус не тот, как был в детстве. В таких жестяных баночках мы покупали, вернее, родители нам покупали, я помню. Мы потом мы хранили эти жестяные банки, делали из них, ну, как шайбочки такие, и во дворе еще играли. Я все это прекрасно помню. Хорошие воспоминания, друзья. Так, давайте начнем. Я голодный. Я не знаю, с ложкой кушать или с чем. Кетчуп не поместился. Горячий-горячий. Соли маловато. Попробуем айран. Очень вкусный, густой. Куриные котлетки, друзья. Мать каждый день практически присылает мне по одной баночке квашеной капусты. Уже весь холодильник наполнен. Вкуснейший айран, свежайший и этот, как его, холодный-холодный. Вчера просмотрел вечером «Бриллиантовую руку». Вы знаете, что ее большую часть сняли в Баку. Самое начало фильма показывают Чари-Шахар, это старый город. Красота. Давайте временно я вместо мумпасе положу сюда кетчуп.
Накупил, кстати, я сегодня 4 вида меда. Наверное, в ближайшие дни сделаю вам блины с медом, буду кушать, со сметаной. Сниму вам видео. Блины я люблю готовить сам. Макароны вермишелька горячие. Погода сегодня в Баку шикарная. Ходил в город по работе. Прогулялся заодно в центре города, в бывшем парке 26 бакинских комиссаров. Сейчас называется парк Сахиль. Любовался деревьями, фонтанчиками, попугаями. Айран такой вкусный. Объедение просто. Старайтесь, друзья, вы тоже по мере возможности много ходить пешком. У меня есть машина, но я только если вместе с семьей на машине еду куда-то, а когда сам один, стараюсь пешком прогуляться. Академик Рошаль, вот позавчера я смотрел его передачу, он сказал, что 5-6 часов ходьбы в течение недели, всего лишь 5-6-7 часов, продлевает жизнь человека от 5 до 7 лет. Это представляете, каждую неделю, если ходить, но не перебарщивать, нормальной походкой ходить, здоровый образ жизни. Так что вы тоже по мере возможности, друзья, ходите пешком. Вкусные котлетки. Скоро буду делать пельмешки. Хинкали, пельмешки.
такое наслаждение, получая вот от обычных макарон с вермишелью и котлеток с айраном, удовольствие от еды, друзья. Это ли не наслаждение после работы прийти и вкусно покушать? Казалось бы, обычная еда, но вкуснота и удовольствие. Всегда почему-то после еды тянет ко сну. Но, к сожалению, времени нет спать. Шашлычный кетчуп тоже очень вкусный. Такой приятный вкус. Сладко-кислый. О, желудок уже полный. Вот мой айран. Вот на азербайджанском написано айран. Очень вкусный, густой. Так, положим на место. Насытился уже, наелся. Вот днем так покушаю и все. Уже после 6 вообще не буду кушать. Вот так и худеем. Так, это уберем. Соль тоже убираем. Вот так. Этот бокал я купил в Финляндии, друзья. Хотя он немецкий, пиво какое-то. Хельсинки, когда я ездил с нашей футбольной командой, сборной, не футбольной командой, а сборной Азербайджана по футболу на игру с Финляндией. Я спортивный журналист, кто не знает, если. Такс, теперь. Ой, наелся, если честно. Друзья, там у меня спрашивали, вы похудели немножко? Да, я немного похудел. Посмотрите, я не толстый, занимаюсь спортом по мере возможности, конечно, и стараюсь держать себя в форме. Так, что будем пробовать?
Хочу шоколадки сначала. Это, кстати, кто помнит мои видео, это я привозил из азербайджанского города Шеки, куда ездил также со своей футбольной командой. Вот там, этот город знаменит своими сладостями, а также анекдотами. В советское время вот были знаменитые шекинские анекдоты и Габрово, по-моему, болгарские. Они, кстати, города-побратимы. Все цвета радуга. Очень-очень сладкие. Вот здесь, друзья, имам пасье и еще вот такие, вот такой сахар. Я не знаю, вы, у вас было это или нет, но в детстве, ну, в советское время конфет не хватало, поэтому мама иногда готовила в масле вот такой сахар, сахарные конфеты, добавляя, смешивая с пряностями. Мы очень любили, на сливочном масле притом готовила. Очень любили эти конфетки. Вот сейчас что-то наподобие тоже продают. Тоже вкусные, но вкус тот, конечно, был намного лучше, чем сейчас. Вообще, все то, что было тогда, было намного вкуснее, потому что тогда была органика. Никаких примесей, никаких ГМО, никаких химикатов не было. Сегодня я смотрел вот передачку в Ютубе о советских тортах того времени. Это было что-то. Киевский торт, ленинградский, птичье молоко, минский торт, бакинский торт был знаменитый, абширон назывался. Очень-очень вкусный. Как трюфельный вот сейчас. Вот такого типа. И все натуральные ингредиенты тогда были, поэтому и вкус был другой. А сейчас, вот я ездил, регулярно езжу в США к своему другу во Флориду. Там есть русские магазины везде. Пошли в магазин, купили киевский торт. Абсолютно не тот. Вы знаете, даже вот не смогли доесть и выбросили на следующий день. Потому что вкус не тот, совершенно не тот. Только вид внешний и название осталось, и все. Тем более привозят издалека. Он портится, черствеет, и ингредиенты не те натуральные, ни масла, ни орехи. Вот ничего вот такого, что было при Советском Союзе, не было внутри. Так что очень разочаровались. А цена была 30 с чем-то долларов. Представляете, вот за такой вот тортик. Вот сахар. А это мампасешки. Приятный вкус, стоит признать. Разные фруктовые вкусы. Вечером после 6, если вижу, что голод, чувство голода, 2 штуки в ротик и начинаю вот играться как будто бы этими вкусами. Ну что, друзья, вот и все на сегодня. Надеюсь, у вас тоже предпраздничное настроение. Улыбайтесь почаще, друзья. Спасибо вам всем за комментарии, приятно. Я стараюсь отвечать на все. Если даже не в тот же день, то в течение 2 дней обязательно отвечаю, максимум за 3 дня. Комментариев много, их читать приятно. И отвечать я буду, естественно, всем. Так что, друзья, если понравилось вот это видео тоже, лайкайте, пишите комментарии. Буду читать, улыбаться и в ответ писать
такие адекватные ответы, чтобы вы тоже улыбнулись. Одна подписчица мне тоже написала вот об этом вчера. Так что спасибо ей и всем остальным. Люблю вас. До следующих встреч с интересными и вкусными блюдами.